привет! С вами кулинарное шоу FBA Company. Так, сегодня мы будем готовить салат. Такой витамин 2+, называется, наверное. Он состоит из топинамбура. Вот это вот, вот эти загогулины, это топинамбур. Кисло-сладкие яблочки. Морковка. Все по 200 грамм. Морковка у нас вообще такой универсальный продукт. Мы его ложим, добавляем везде. И так грызем. И так грызем. Топинамбур, кстати, тоже так грызем. Что нам нужно сделать? Почистить. Вы едите, чистите, а мы уже почистили. Так. Света уже постаралась, да. Да. Потом все это на терочку для корейской морковки нужно стереть. На мелькую-мелькую. Все это забабахать. Кто-то ручками это делает, а мы наш комбайн, наш помощник. Да, комбайн — это хорошая вещь. Без него было бы все очень-очень долго. Вы когда-нибудь пробовали тереть дряники на терку, на обычную? Я раньше пробовала. Это я же... думаю, ты тоже, когда комбайна не было. Это же ужасно. Это очень долго. Такие краски красивые. Белые, оранжевые, салатики. Для весны, после долгой зимы, это само то салатики. Одни витаминки. Вот что у нас получилось. Кашка. Сладкая кашка. Ну да, кстати, очень вкусная сейчас. Пахнет, кстати, вот яблоком. Но если мы хотим все-таки сделать салат, то нам нужно его немножко посолить. Хотя, соль такая вещь, знаете, на любителя. Можете не солить вообще. Он вкусный без соли. И лимонный сок. Тоже капельку. Чтоб не был кислый. Перемешиваем. Еще можно добавить масло, но мы не будем добавлять. Зачем? Салат сладкий, как-то масло не гармонирует у нас со сладким салатом. Это точно. Как всегда, у нас все быстро получилось. И просто. Mm-hmm. Ну-ка. Mm-hmm. Ну как? Вкусняшка, да? Вот такая вещь. Сочно очень, сладко. Очень сочно. Очень здорово. Вкусный, очень витаминный. Очень полезный. И вообще очень-очень. Ну, вообще. У нас вообще все очень. У нас все очень-очень, а главное скромно. Мы очень скромно, вы не поймете. Да. В общем, делайте, кушайте. Спасибо, что были с нами. Всем пока.